На, блядь, на, сука. Все, чики сет. Иху, я 55 золотых, ты че, ебнутый, блядь. Окей, окей, мэн. Окей, мэн. Я все купил. Сколько этих тики... Ой, бля, этих гандонов. О, голландец, привет, давно не видел. Сколько, блядь? Я выбил эту фигню, она на 300 урона, блядь. Булки. Годли! Годли, 302 урона. Да уберите этих зонд... А меня сейчас зонды убьют. У меня хилок нет. Костя, держи его, я... А, всё, baby happy. А, всё, всё, всё. Мой комплект полностью готов. Теперь у меня фулл комплект гарпии, я готов проходить. Смотрите, я сейчас одновременно я хотел одновременно близнецов и глазки сюда спавнить. Ну. А может попробовать? Давай, давай. В принципе, может. Нету кровати, битю! Давай, раз. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddling your sheets. А, его убили уже. Все, я это зареку. О, я, мне... Я вызываю скелетрон. Давай, давай, давай. О, все, минус. Добивание. А где слепой? Шлюхней! Ой, шлюхня! Егор, она... Ну, не жду, когда умирает, издаёт. О, кошка. Не, не устала. Я выхожу. Чё, хилит там? Сейчас мы Матрона загасим. А, понял. О, глазуху. Чё, ты готов? Да. Вниз иди, вниз иди. Сам. Все. Ага. Да, а как он меня? Меня выходит, все, тихо. Мы отходим всем. Всем привет, с вами мистер Макс. Сегодня мы будем. Да. Все, тихо. Зелье, мой зелье, мой зелье. О, мне упала пузырная пушка. А мне? А вот я его не убил. Все, найс. Ебой. Как-то долго, как для монатика. Так, это вообще полный говно. Вот, Dragon Staff. Да, и все, больше ничего не делает. А Sail Staff он сносит, блин, по 80 урона. Сюда. Сам в сети вообще. Сколько его можно призвать? А, Андрей даже не сети в кайфе. А ты столик-то активировал? А, столик. Ну, всегда нужно. Где мой стол? А, вот. А. Всё тихо у меня. У
у меня в том прохождении было, можно 9 миньонов было поймать. То есть 9 раз дракона увеличить. Вообще огромным было. Прикольный, кстати, дракоша. Быстро убивает. Ой. Только вот нет у меня тэполок домой. А? Нет у меня тэполок домой. Механических там фармили. Готов? Да? Максим, Максим, готов? Да. О, Плантера ХЗ вот. Кстати, в прошлом видео я обещал рассказать о фейлах, которые произошли на протяжении всего нашего прохождения. В общем, если кто не заметил, у меня в одном из моментов прохождения слетел персонаж полностью. Ну, то есть я захожу в список моих персонажей, и вместо моего прокачанного был какой-то дрыщагин со 100 хп. Ну и мне ничего не оставалось делать, кроме как пойти в Builders Workshop и взять все, что у меня было до этого. Так как заново фармить у меня уже не было смысла, из-за того, что я потерял его на в середине нашего прохождение. Почему вы отростки называете прыщами? Что прыщи? Давайте еще одну бульбу загасим. Давай. А где? Я могу. Могу, а, умею практику. Егор, она за тобой. Ой, это говень. Все, шу. Куда вы все хп забрали? Тактика молнина. Раз, два, три. Нету. Сейчас у тебя выпала гитара и костюм разработчика. И все. Молотопор я знаю, есть, а кирка молотопор. Все. Пайман. А где она? С какой стороны? Где? Где? Где Людин? А. Свиней. Ну да, как я и говорю, что это было. Я и без того обещать. Все, погнали. Что меня стопит? Я не понимаю, блядь. Паша, я тебе давал его телефон, звонил. Я ему опять позвонил. В скайпе он не в сети. Ну пизда. The government, communications, society. You have been destroyed. We will stand, we will fight. It's not over till it's over. Вот и закончилось наше смешанное нестандартное прохождение. Напоследок хочу кое-что вам сказать. Это прохождение не так сложно нам далось, как прохождение под землей. Да, мы решили пройти под землей, и не говорите, что я спиздил идею Молвина. Раз Молвин затратил на это прохождение один год, то сколько же затратим мы? На этот вопрос ответ будет попозже. Небольшой спойлер. Мы уже давно прошли под землей и с очень большим трудом. А почему, тоже отвечу попозже. На самом деле, вот это прохождение, которое я сейчас для вас смонтировал, выложил, оно не единственное. Сейчас у меня в папках лежит еще два прохождения, а именно под землей и кое-какое под секретом. Так что не думайте, что я тут сижу, грею ляхи и ничего не делаю. Так что да, кому понравился ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, мы очень для вас старались, тратили нервы, силы, дни. Ну и всем пока.